Друзья, всем привет! Привет, наша хорошая мамочка! Привет, наши малыши! Смотрите, у нас, друзья, хорошее событие. Наши мишки открыли глазки. Вот они, малыши, и значительно подросли. А прибавляют они, друзья, очень быстро. Ай-яй, какие клевые. Пока мы здесь. Ой, как аккуратно мамочка переставляет свои лапки. Я снимаю медвежат. Вот они. Хорошо их мамочка кормит. Они очень быстро подросли. Несколько дней мы не выкладывали видео, а медвежатки очень хорошо прибавили. Прям значительно. Такие у них мордашки стали большие. И сами они уже, не знаю, раза в три, наверное, подросли. Класс! Скорость роста у медвежат просто зашкаливает. Вот они наши красивые. И уже самостоятельно по берлоге ходят. Хозяйничают. Это их жилье. Ой. Друзья, ну просто сейчас счастье, уже и больше ходят, не ползают, не там передвигаются не с трудом, а прям уже хорошо. Уже все больше и больше. Ой, мамочка, мамочка есть мамочка. Все должна проконтролировать, понюхать, посмотреть. Ну а мы с вами, друзья, можем наслаждаться этими прекрасными моментами. Мне нравится снимать наших малышей. Они уже потихоньку начинают пробовать еду, которую кушает мама-медведица. Нюхают, облизывают. Это им все нравится. Конечно, на самостоятельную пищу они еще перейдут не скоро, но уже по чуть-чуть будут привыкать к нормальному медвежьему рациону. Ой, какие наши хорошие. Я не могу, друзья. Вот посмотрите на эти глазки, как пуговки, на эти розовые носики, на эти лапки, язычки. Это же просто милота. Вот. Им все интересно. Видят камеру и хотят подойти поближе. Чудесно, чудесно. Я уже жду с нетерпением, когда они будут выходить из берлоги, потому что мама-медведица еще не позволяет им выходить и постоянно их заталкивает внутрь берлоги, чтобы они вдруг не вышли. Все должно быть под ее контролем. Но очень скоро, друзья, а время у нас летит моментально, эти малыши будут гулять по своему уже вольеру. Не пропустим ни одного дня, чтобы не посмотреть на них. Ой, просто милота. Наши маленькие мишки. Вот, еще пока есть возможность, сниму еще медвежонка с другой стороны. О, какой бутузик. Крупный, массивный медвежонок. Класс. Наши носики розовые. Просто приятное событие. Раскричались гуси.
Они тоже хотят внимания. И мы к ним тоже подойдем. Но пока еще медведица позволяет немного поснимать наших малышей-медвежат, мы это сделаем. Ведь это уникальные кадры. Несколько дней я приходил к медвежатам, чтобы на них посмотреть, но медведица их прятала от наших глаз. И вот как бы кипера не звали их, не просили медведицу показать, она их не показывала. Вот они лежали все время в дальней части берлоги, пытались к нам идти, а медведица их отодвигала аккуратно в конец берлоги. Потому что вот, это ее видение, а она, как мамочка-медведица, во всем права. Делает все так, как считает нужным. И самое главное, она их кормит, оберегает, греет. Ну вот, все внимание отдает им. И в процессе она даже будет их учить всем другим навыкам, которые сама умеет. Ну а мы, друзья, будем наблюдать за этим потрясающим процессом и рассказывать вам. Ведь это, друзья, уникальная, сказочная история о наших маленьких, красивых медвежатках, которые с каждым днем становятся все больше. Как в сказке, растут не по дням, а по часам. А даже, наверное, и то быстрее. Красивые. Красивые маленькие медвежата. И вот, кстати, хочу напомнить, друзья, вы помните, какие они были малюсенькие, когда я начал вам показывать эти первые видео, и какими уже стали. И, может быть, камера настолько очевидно не передает это, но я своими глазами вижу и могу сказать, что они прибавили очень здорово. Так что, ой, какой лопушочек взял и упал, зевнул. Да, еще надо научиться пользоваться всеми своими возможностями медвежонка. И стоять правильно, и ходить, и зевать не падать. Но это все со временем. О, а у нас, друзья, и у наших медвежат все, несомненно, получится. Поэтому они скоро-скоро будут полноценно тут бегать, кружиться, кричать, играться. А это очень интересно. Ну а мы идем дальше. Пока-пока.